Да. Надо сделать так, чтобы мы сразу, чтобы мы сразу вынесли решение. Да? Ну да. Хорошо. Такая ситуация, как бы там не совсем вся сумма, которую вы наговаривали, потому что здесь проблема с менялами, вчера бегала, искала, не могла. Ну, даже него, потом привезли. Да, могу донести, а как нам в гривне, может, удобнее будет там покупать? Нет, или как? В этих долларах, да? Да. А, хорошо. То есть путаницы не было. Хорошо. Я понимаю. Потом на решение приедете, привезете. Угу. Удачи. Ну, как говорится, от тюрьмы, от шумы. Давайте сделаем так, чтобы мы за одно заседание сразу рассмотрели. Вы будете настаивать. Да. В интересах своих предъявителей, значит, мы высмотрим. Если вы от них что-то привезете, чтобы без них рассматривать, там, поддерживать, не поддерживать. Ну, я думаю, что будет так же самое, как в прошлый раз. Хорошо. Потому что банком мы все получим. Все, хорошо. Я все передам. Почему? Потому что если они просто не явятся, я вынужден перенести. Не, ну, я не могу вынести решение. А нам это не устраивает. Нам надо 7 числа вынести. А по поводу денег, чтобы я для себя понимала, там как бы всю остальную сумму сразу вести уже не да? Да. Там я вам... Потому что я уезжаю потом в Одессу. Мы хотим вынести решение, пока не подготовит, там 10 дней она лежит без движения. Вот, пока она вступит в законную силу, там уже, видишь, и я явлюсь. Ну, я понятно, там было 2 часа. Хорошо. Дала, и я стою по покрой, да? Да. Хорошо. Мы же договорились. Да, до свидания. Все, до свидания с вами. Там все, точно.